Слушай, Юр, у меня родилась гениальная идея. А что, если нам с тобой сейчас построить домик в Майнкрафте, разжиться, хорошо подняться, ну и просто быть богами этого мира? Идея звучит прикольно, но для начала нам все равно нужно построить какой-нибудь домик. Да, кстати, домик нам надо какой-то построить, но у нас практически ресурсов-то нет, вот в чем дело. Ну, в чем проблема? У нас есть руки, у нас есть топор, и можно, в принципе, нарубить дров. Кстати, да. Ну давай, если у тебя есть топор, то ты будешь им рубить, а я буду пытаться хоть что-нибудь сделать руками. У меня уже есть 3 дуба, и давай, ты копаешь это дерево, угу. А я буду копаться здесь. Хорошо, отлично, давай. Нам нужно будет побольше дерева. Ну, слушай, у тебя топор есть, в любом случае у тебя преимущество, ты... Зато у тебя есть кирка. Вот, кстати, да, если мы с тобой сегодня пойдем в шахту, то я думаю, что мы сможем добыть, ну, я думаю, каких-нибудь нормальных ресурсов, ибо кирка у меня железная. Кстати, сколько ты уже добыл дерева? Ну, 14 штук, вот теперь 15 блок. 14 штук? Нет. Просто прекрасно, давай их сюда. Может, ты меня кинешь и заберешь все мои блоки и сам будешь строить себе дом? Да зачем они нужны мне, зачем они мне нужны? Мы все равно будем вместе с тобой играть дальше и развиваться, не переживай. Так, у нас есть целый стак, вот держи 32 блока и давай строить дом. Окей, отлично, давай будем строить. В принципе, под этими деревьями, вот там ты забыл еще забрать одно дерево. Ну ладно, ничего страшного, хорошо. Да не переживай, если что, мы будем с тобой ландшафт здесь расчищать и все это сможем нормально сделать. Ну окей, ладно, попробуем. Ну это в принципе как-никак. Всегда мечтал о домике на дереве. Как ты думаешь, как эта идея тебе? В будущем можем построить домик на дереве. Домик на дереве? Ну, знаешь, в условиях Майнкрафта, по-моему, это совершенно безумная идея. Кстати, а где у нас будет вход? В принципе, с этой стороны, мне кажется, так будет даже поярче, если тут у нас останется один вот такой вот блок. Окей, отлично, мы его заберем отсюда, чтобы он нам не мешался. Все, отлично. И какой-то у нас маленький домик. Ну, в принципе, он стартовый, так что можно не заморачиваться над этим пока что. Ну, на первое время нам хватит. Я буду делать пол. Скинь мне, пожалуйста, лопату. Я знал, что у тебя есть там лопата. Держи. А я буду расчищать пол. Отлично. Окей, хорошо. Так, ну и нам понадобится после этого все хотя бы сходить в шахту, потому что то, что у нас есть по паре ресурсов на нас двоих, это странно. Это очень странно. Нам нужно хотя бы как минимум иметь свои ресурсы для этого всего. Отлично. Так, окей, оп, стоп, отлично, я это все заберу, у меня есть топор. Так, стоп, у нас не хватает дерева, если так подумать. Окей, хорошо, я топор умею, значит, я пойду копать. Окей, пошли. Давай. Стоп, старичок, знаешь, что я заметил? Тут какая-то табличка. Табличка? Иди сюда ко мне. Иди сюда ко мне, я не знаю, я не вижу. Нужно подойти поближе. Точно, смотри. ТНТ-портал. Странно звучит. Я такого... Это, в принципе, кто-то может подшутить. Ну ладно, пошли посмотрим. Хотя, мне кажется... Нет, подожди, на этот сервер, кроме меня и тебя, еще никто не заходил. Кто мог над нами пошутить? Я не знаю даже. В принципе, это могли быть проделки кого-то, но... Если так подумать, ТНТ-портала, в принципе, вообще не может существовать в Майнкрафте. Ну, скорее всего, да. Может, это какая-то шутка от разработчиков или что-то типа того. Ведь в Майнкрафте есть только портал в ад и портал в край. Вот и все. Смотри, еще одна табличка. Окей, ладно, пошли. Я вижу его. Что? Я вижу ТНТ-портал. Серьезно, да я его ладно. Вижу. Быть такого не может. Пошли тогда, давай проверим. Может, это только для нас все сделано. Может, это для нас... Мы первые, кто протестируем этот ТНТ-портал. Пошли. Слушай, ну, а вдруг мы туда телепортируемся и потеряем все наши вещи? Все там взорвется или еще что-нибудь похуже случится? Давай-ка, наверное, пойдем наш домик строить, останемся здесь, не будем рисковать. Блин, так, вот, держи свою алмазную лопату, давай мы посоздадим здесь сундук, поставим все свои вещи, возьмем только самое необходимое и пойдем навстречу приключениям. Ну это же круто! Да, кстати, хорошая идея! Окей, хорошо, я создаю верстак и создаю для нас с тобой... Сундучок, и мы сложим туда все вещи, чтобы ты не переживал, и мы просто будем самые крутые чуваки, держи. Так, держи, это твой будет сундук, и я создам себе свой сундучок. И положим только самые вещи, оставим только самые необходимые, чтобы ты не боялся его потерять. Окей, я положу золотой слиточек, положу прожаренное мясо и положу дерево, окей. И цветочки, это самое главное. Все, возьму себе пару блоков. И оставлю только оружие. Окей, мы можем идти. Стой, смотри. Чего? Вход 2000 лайков. Слушай, а у нас ведь нету 2000 лайков. Как мы с тобой пойдем? Ну тогда нужно попросить наших зрителей, чтобы они нам помогли. К
Кстати, да, хорошая идея. Ребята, давайте попробуем под этим роликом набрать 2000 лайков, чтобы мы с Неркиным попали в этот мир ТНТ-блока в Майнкрафте. Пожалуйста, поставьте, потому что Крипер очень боится. Очень боится. Погнали, давай. Надеюсь, вы поставили лайк, и мы... Вот, чувствую, что уже можно заходить, в принципе. Спасибо тебе, что поставил нам лайк. Ну, давай, пошли. Вау! Черт побери. Ничего себе. Слушай, где мы оказались? Ты где вообще? Не уходи от меня далеко. Где ты? Я тут, где ты, Неркин? Я тебя не могу найти. Я тут, смотри, вот он я. О, фу, слава богу, ты здесь. Фух, аж камень сбрить. Блин. Окей. Слушай, вот я просто до последнего момента не верил то, что в Майнкрафте возможен какой-то еще новый мир. ТНТ-мир. Стоп. Да, вообще такое возможно? Давай с тобой сразу сделаем одно правило. Я надеюсь, у тебя часом нет никакой зажигалочки. Зажигалочки? Ну, нет у меня буквально никаких зажигалочек, и ничем я не смогу поджечь этот ТНТ. Отлично. Все, тогда я полностью... Мне все хорошо, я не боюсь. Мы все умрем здесь, ты понимаешь? Если что-нибудь... Да, мы умрем! Как нам отсюда выбраться? Смотри, у нас даже портал не заспавнился. Мы не сможем отсюда просто так телепортироваться. Окей, хорошо. Все будет хорошо. Мы найдем с тобой портал, и мы не умрем. Я на это очень сильно надеюсь. Окей. Блинский. Давай хотя бы просто просмотрим этот мир. Просто ничего не поджигая, просмотрим этот мир. Что здесь, чем отличается от нашего? Ну, первым, то, что здесь очень много ТНТ. Здесь есть деревья такие же, как у нас. И я вижу какое-то странное дерево, смотри. Кстати, да, смотри-ка. Какое-то странное дерево. Не очень даже... Оно как-то не очень похоже на то, которое есть в обычном Майнкрафте. Я знаю, есть один такой мод в Майнкрафте, с помощью которого мы можем найти под этим блоком, под блоком дерева найти сундук. Может попробуем? Да? Да. Смотри, тут спавнер! Жесть, окей, хорошо, так, спокойно. Аккуратненько. Так, у меня есть кирка, я могу его сломать. Давай, окей, отлично. Так, и что тут? Diamond Chestplate, смотри, у меня есть алмазная броня, лук, стрелы. А я себе заберу золотой меч. А, это мой будет. Так, кстати, я одену эту броню и отдам тебе железную. Держи железную. Отлично, шикарно. Теперь у меня хоть что-нибудь есть. И у меня есть меч. Слушай, Юр, я тут неподалеку видел одно очень странное место. Это похоже то ли на данж, то ли еще что-то типа того. Но там, как мне показалось, было очень много ресурсов. Прямо вот реально очень много. Ну давай посмотрим. Я не знаю, в принципе, если мы сможем выбраться отсюда, и здесь есть очень много ресурсов, мы можем их с тобой набрать и вернуться назад домой. Но пока что я не вижу портала. Да, мы сможем построить снова портал и телепортироваться. Гляди, я нашел, смотри. Вау. Ничего себе, сколько же здесь изумруды, здесь алмазы, здесь железо даже есть, черт побери его, и редстоун, и еще изумруды. Господи, у тебя кирка, быстрее добывай, я смогу себе сделать изумрудный меч. Изумрудный меч? Так в Майнкрафте не существует изумрудного меча, лол. Тогда алмазный. Да, кстати, мы с тобой сможем каждому из нас сделать по алмазному мечу. Здесь пропустил. Смотри, здесь тоже есть железо и алмазы. Еще алмазы. Офигеть. И вот здесь тоже есть. И вот здесь тоже есть. Еще есть изумруд. А, это редстоун. А, нет, и здесь изумруды даже есть. Блин, вообще клево. Нет, ну... Это очень круто, слушай. Это просто шикарно, отлично. Кстати, знаешь, что я хотел тебе сказать? Когда я пролетал, я где-то здесь заметил небольшой вход в какую-то пещеру. Ты не прочь пойти? Или ты опять-таки пись-пись не хочешь, потому что боишься? Я боюсь! Нет. Я всегда пойду только с тобой. Но вопрос в другом. Смотри, если на поверхности было столько ресурсов, ты прикинь, что мы сможем найти в пещере. Давай быстрее бегом туда. Я не знаю, где она. Нам нужно где-то посмотреть. Вот, мы приземлились возле этого... Странного так. Дерева, окей. Где-то вход был с левой стороны или справа, я не помню точно, нужно где-то его найти. Черт, здесь так много ТНТ, только аккуратней, будь аккуратней. Где-то он... Я вижу, я нашел, старичок, смотри, беги сюда.
Точно, точно, это данж! Это данж! Не заходи, стой, не заходи туда! Стой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вдруг там какие-то монстры будут. Так, все. Монстры? Давай, нужно для начала вооружиться. Смотри на меня. Я беру свой золотой меч. Ты что берешь? А у меня есть деревянный меч. Ну, это тоже неплохо, в принципе. Окей. А еще у меня есть лук. Вот, тогда это пожестче. Тогда пожестче. Ага. Отлично. Ну что, погнали с циклонишкой? Или ты опять же забоялся? Я пойду первый. Я не боюсь ничего. Я герой. Я герой. Ну, вперед. Аккуратно. О, ничего себе. Алмазы. И палочка Блейза. Я заберу себе палку Блейза и стрелы. А я заберу себе тогда алмазики. О, смотри, здесь есть пшеница. Точнее, семечки пшеницы. Можно будет сделать себе хлеб, потому что еда, в принципе, очень важна здесь. О, здесь еще какие-то двери. Да-да-да-да-да. Понимаешь, дело в том, что в этом мире совершенно нет травы. И нам как-то придется это выращивать. А если мы здесь останемся на всю жизнь? Да, я тебе обещаю. Мы здесь точно на всю жизнь не останемся. Мы обязательно найдем отсюда выход. Не нужно меня пугать. Прости, прости. Смотри, здесь какая-то еще дверь. Это странно. Тут еще какая-то дверь есть. Ну что? Так. Ты с иконишкой или же нет? Там крипер! Там крипер! Меркин! Меркин, убегай оттуда! Не подходи к двери, он может взорваться! Что ты, боишься, да? Опять же таки, да, боишься? А ну, крипер, крипер, крипер! Стоп! 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 Дай мне пройти! Открой дверь! Ломай меня! Ломай меня! Он может взорваться! Господи, я застрял в паутине! Я застрял в паутине! Бежим отсюда! Боже, что это было? Вот Господи. Зачем ты туда пошел? Зачем? Я же тебе говорил, там крипера. А прикинь, если бы он взорвался. Тут я просто себе не представляю, что бы было. Ну, зато еще один факт в наш мозг. У нас есть факт о том, что здесь тоже существуют криперы. Правда, я не знаю, на какой мощности они взрываются, но мне кажется, если бы они взорвались здесь, то все подлетело бы к чертям собачьим. Да-да-да-да-да. Окей. Знаешь что, у меня есть хорошая идея. И если ты опять же таки не забоишься, давай мы с тобой построим... Как думаешь, что? Ну, мы можем построить временно здесь какой-нибудь домик или что-то типа того, потому что я думаю, нам еще здесь нужно ночь как минимум переждать. Это верно, но дом из чего? Ну, других ресурсов кроме динамита у меня нет, поэтому... Будем строить что? Дом из ТНТ! Кстати, да, классная идея! Давай, отлично. У меня 10 штук. Отлично. Благо, динамит здесь очень быстро добывается. Ах, шикарно. Давай добудем еще больше динамита, только аккуратно смотри, чтобы ты его не поджег. Не-не-не, ни в коем случае. Просто он добывается с такой скоростью, что вполне он может поджечься. Кто знает. Ну, ух ты, у меня уже 1,5 блока уже есть. Нифига себе. Отлично, у меня есть 2 блока. Отлично, хорошо, давай, отлично, все, шикарно, я собрал все блоки. Иди-ка сюда, я нашел классное место для того, чтобы здесь построить наш домик. Пойдем, мне это нравится. Окей, вот здесь, хорошо, да. давай, хорошо, я строю небольшие углы тогда. Отлично, и вот здесь тоже построю. Если честно, я уже немножко запыхался, и мне надоело строить. Это безрассудно и небезопасно строить дом из ТНТ. Давай чем-нибудь другим займемся. Кстати, да. Слушай, у меня есть идейка получше. Давай с тобой сейчас отправимся на какой-нибудь водоем, добудем себе воды и, я думаю, порыбачим. Отлично! Хорошая идея, в принципе. Мне кажется, что я добуду больше рыбы, нежели ты. Как думаешь? Ну, мы это еще проверим. Кто из нас первее добежит до водоема? Давай, ну-ка, мне это нравится, как в старые добрые времена. Но мне все-таки кажется, что я буду быстрее. Юра, аккуратнее, убегай! Нет, 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 н